Настоящий вокальный конкурс с участием самых юных дарований двух дошкольно-образовательных учреждений города прошел на базе школы номер 3. Это фестиваль песни «Битва хоров». Наша встреча сегодня будет проходить в форме, необыкновенная форма, форма «Битва хоров». Совместно с родителями, с педагогами мы покажем, как мы развиваем творческие способности детей. Никаких. Это группы всех возрастов, начиная с младшей группы, средней группы и старшей группы. 4 группы от детского сада номер 10 и 4 группы от детского сада номер 11. Концерт открыла выпускница детского сада номер 10 Анжелика Евдокимова. Ей сейчас 8. С ранних лет, по словам ее мамы Ольги, девочка проявляла интерес к пению. И вот результат. Сначала думали, ну, заметили, что слух хороший. Ну, потом постепенно уже благодаря садику уже выявили все остальное. Ну, и она сама очень стремилась и хотела заниматься и петь. Пела очень дома часто. Ну, и так продолжаем. Ездим, выступаем, места занимаем. Я ходила в 10-й детский садик. На вокале учусь 3 года. Затем творческую эстафету подхватили воспитанники детских садов номер 10 «Сказка» и 11 «Колобок». Родители поддерживали детей самым активным образом. Они оказались не только зрителями, но и непосредственными участниками праздника. Выступление за выступлением зал наполнился атмосферой творчества, таланта, улыбок. Конкурсанты были отмечены следующими номинациями. Самая зажигательная команда, самая трогательная, самая эмоциональная и самое оригинальное выступление. Сплоченность вокального коллектива, успешный дебют и за волю к победе. А также «Мой любимый город». Вечер прошел на ура. Масса положительных эмоций, сплоченность детей и родителей. Как команд, все труды стоили того, считают педагоги. Такие мероприятия также помогают обмениваться опытом и дружить между учреждениями. Это первая наша ласточка. Надеемся, что в будущем это наше сотрудничество только развивалось. Все участники мероприятия получили заслуженные награды, игрушки и сладости, ну и самое главное – отличное настроение. «Битва хоров» запала в душу как родителям, так и воспитателям. И, возможно, даже станет еще одной традицией в копилке этих учреждений. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарском.